На портал экзегет поступил вопрос, что сказать человеку, который считает, что нет вечной жизни и вечного ада? Здесь нужно заметить, что такого рода постановка вопроса обращает нас к такому предмету, как апологетика, да, то есть защита вероучения. И обращается совершенно не случайно, потому что для христианства уверенность в вечной жизни, а правильнее, наверное, даже сказать, во-первых, главных во всеобщем воскресении и вечной жизни в телах, да, является одним из базовых догматов, базовых постулатов нашей веры. Собственно, мы исповедуем это в рамках самого символа веры да, самого краткого, емкого и самого знакового вероопределения которая дает вот эту рамку, позволяющую человеку называться православным христианином или не называться таковым. Так вот, апологетика принципиально указывает на то, что любого любая подобного рода защита вероучения должна вестись на э, общих позициях с критиком этого вероучения, то есть, если мы говорим, например, о Вечной жизни, да, о воскресении мертвых, а соответственно наш совопросник не разделяет этой позиции, не верит в это. Да, то, по всей видимости, для него, ну, я могу предположить, наверное, не авторитетен библейский текст, который вот это все утверждает абсолютно однозначно. Да, то есть Христос в Евангелии, например, неоднократно это проговаривает. Значит,. В этом диалоге нам бессмысленно обращаться к библейскому тексту. Не потому, что он не истинен, или не потому, что в него не верим мы, но потому что для нашего оппонента он незначим. Обращение к нему, для него пустой звук. Нам необходимо построить э, наши аргументы, да, исходя из какого-то другого подхода, да, используя какую-то другую схему. И вот здесь, конечно, нужно заметить, что говорить о вечной жизни не из библейского контекста достаточно сложно, да, потому что эта тема предельно неочевидная, совершенно четко религиозная, и, ну, скажем так, произвести ее из наблюдения за внешним миром, который весь тлеет, весь разлагается, весь в распаде, и в итоге всякий феномен которого... В конечном итоге, так или, однознач, так или иначе, э, ожидает однозначное небытие, да, очень проблемно. Вот отсюда вечную жизнь не выведешь. Но э, нам было бы интересно обратиться к опыту христианских апологетов 2-3 II века. Это авторы, которые, э, живя-то в, в языческом обществе, да, умели доносить в том числе и такие специфично религиозные вопросы до языческой аудитории, которая, например, также э, библейский текст как э, значимый источник никогда не воспринимала. Мы можем вспомнить Афиногора Афинянина, одного из самых ярких апологетов этого периода, э, у которого есть отдельное сочинение о воскресении мертвых. И в нем он предлагает, э, скорее, такую определенную философско-логическую схему. Обосновывающую реальность этого факта. Но для того, чтобы к ней обращаться между нами и собеседником, должна быть общая позиция, но ну, хотя бы по базовому отношению к Богу. Например, у Афинагора и его совопросников, да, античных э, философов, эта общая позиция была. И он, как христианин, и они, как э, люди все-таки э, совершенно определенного склада ума, признавали тот факт, что, во-первых, Мир сотворен единым личностным божеством. И во-вторых, ввиду того, что мир этот космос, то есть он благ, украшен, устроен, да, ввиду этого мы можем говорить, что это божество блага. Если вы находитесь на такой позиции с тем, кто спрашивает о вечной жизни, тогда вам есть о чем поговорить. Потому что Бог, будучи благим, творит все остальное для приобщенности. К собственной же благости, то есть Он творит мир из любви и хочет, чтобы мир был погружен в Его любовь. Но Бог вечен и, соответственно, сотворенное им должно быть также вечно сопряжено с Его бытием. Да? То есть Он призывает это не на время, ни на какой-то момент, а Он, призвав в бытие более да, дара жизни, вот в глобальном смысле, не лишает, он хочет, чтобы все призванные с ним всегда и пребывали. Но второй момент: если он творит нас в телах да, то есть, если мы не видим и не наблюдаем никакой иной формы бытия человека, как только единство души и тела, никакого другого опыта у нас просто нет, отсюда мы можем сделать вывод: что, видимо, в этой цельности. Мы к вечному пребыванию с Ним и предуготованы. И если сейчас мы видим разрушение этой целостности, да, то есть единство души и тела, э, собственно, разрывается в смерти, и тело тлеет, то, тем не менее, и вечная жизнь, о которой да, как бы, э, мы ведем разговор, и воскресение телесное, значит, все равно являются ожидаемой реальностью потому что какими нас Бог сотворил и задумал, и какими призвал в вечное общение с собой, такими он нас там и хочет увидеть, и знает, как это сделать. Поэтому вот обращаясь к позиции э, Апологета да, Афинагора, мы можем таким образом построить эту схему. Она не опирается, повторяюсь, напрямую на библейский текст, но исходит из некоторого общего мировоззренческого посыла. Если в данном случае он есть, то мне кажется, что такая логика была бы вполне приемлемой. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.